Российские власти заявляют о захвате всей территории Луганской области на востоке Украины. Об этом Владимиру Путину доложил министр обороны Сергей Шойгу. Руководство самопровозглашенной ЛНР объявило 3 июля новым днем Великой Победы. Ранее Москва заявляла об окружении группировки украинских войск в Лисичанске на западе области. Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине. В результате успешных наступательных действий войска группировки «Центр» под командованием генерал-полковника Александра Лапина овладели населенными пунктами Верхнекаменка, Золотаревка, Белогоровка, вышли к реке Северский Донец и совместно с южной группировкой войск под командованием генерала армии Сергея Суровикина замкнули кольцо окружения вокруг Лисичанска. Президент Украины Владимир Зеленский настаивает, что Лисичанск еще не находится под российским контролем. Вместе с тем Генштаб сообщил об утрате населенных пунктов к западу от города и о боях в этом районе. На Донецком направлении оккупанты сосредотачивают основные усилия на закреплении позиций в районе городов Лисичанск и Верхнекаменка. Вели наступление в районе Белогоровки. Успеха не имели, вынуждены были отступить. Бои за Донбасс сопровождаются артобстрелами, бомбардировками и ракетными ударами по городам. Сообщается о гибели мирных жителей по обе стороны фронта, в частности в Донецкой и Харьковской областях.